Влад, вырубай микрофон. Видишь, тебя даже никто не слушает. Ты к нему надо обращаться, пёс. Надеюсь, мы после ребра перекур сделаем. Я вот где-то и хотел. Пока до лечения дойдем, никаких куров. Понял. И перед уже. Не, ну. До профа, я думаю, можно сделать один перекур. Ну я тоже так думаю, типа, на Вальку зайдем. А убили этого игра? Да, мы перед... морально, да. Мы освоили. 2% осталось. Да просто, ребят, я червью сидел, блядь, чтобы я попал в рейд. То я опоздал, блядь. Морально я уже с горы ходил. А, мне Вальку. О, мать, шипы ебучие, блядь. У нас шипы очень долго умирают, не смотри, прям очень. А это первый всегда долго у нас. С определенно шип сбейте. Димон, подходи, сам что-то молчит. А уже Декс прыгает. Кто в крест? Ну все, лужа, лужа, двигайся, двигайся там. Ясно. Марцесу там БР. Марцес станет после этого. А вот парочка упала. Подходи, Денис. Он не у нас останется, он там останется. Ну да. Потому что он Марсел сейчас бежал. Сломались они. Падает. Бля, я тебя тут не кровь замучить на голову. А, да? Да бля, ты забагалась. Я знаю, что делаю? Я лежу, пока вот босс не отрывается, потом выпускаю труп нахуй. Красава. Да. Потом слышу, что типа, чё вы лежите, бомжи тупые. Или долго бежите. Не, ну типа, босс отрывается, ну, только делается. Так. Да. Что мы можем сделать? Пробовать другого вара взять еще. Вместо того, кто меньше всего дамажит. Блин. Сделаем еще один трай, возьмем что-то вара еще одного. Суманите бонда, я репоту забыл купить. Чем могу помочь? Да не, нормально у нас трай идут, просто вот сейчас, короче, вот Чмыга не успел. Ты в мухе был. Ваня, я не успел его? Нет, в тебя же побежал, бочки не успел. Либо, а не, вернее, либо Декс не прыгнул. Вот и все. Если мы вариант, кстати. Нет, Димон был в Луне. Димон был в Луне, короче. А он прыгнул туда. Значит, Декс не нажал телепорт. А перебью, а не легче вместо ханта будет Лока поставить второго, или я не понимаю, что там. Потому что ну Декс, гляньте. Что это звучит? Идет каст Лихляна, ты должен уже нажать кнопку. Я хуй его знаю. Как маленький, вот честно. Ты же сам релиш. Да. На ханта, может быть, будет и проще, чем на ханта придется убрать. Не, ну я могу посидеть, блядь, не надо. Да дело это понятно, что можно посидеть. Сейчас мы попробуем еще, если нет, то уберем. А возьмем варчика, поставим комнату лок.
Поставьте шкаф бонус. Марсе заставить не буду, потому что он дамажит нормально. Я сейчас стал луну, еще 5 секунд оставалось, так... Ну типа я озвучил на крайняк и все, дайте, типа, ну я хуй его знает. Я уже стоял. Я не тебе, Димон, не надо, нет. Ты нормально сейчас делаешь, да. Видишь, получалось. Да. Смотри, и тебе же не обязательно становиться в луну, я часто из-за босса забегаю. Даже меня это так просто ужами закидает. Приходится и в танков почти забегать, которые в ромбике и за лужду. Я потихоньку в сторону разливаю, блядь, чтобы когда перед этим сюда можно было спрятать. Лапу. Вернулся. И крутой огонь. Мне больше интересно, где наша сова. Одна и вторая. Ладно, Юра на работе. Трой написал мне. Я здесь. Ну хоть что-нибудь заходишь. Тогда поменяем. РТЖ через полчаса уже вроде как нет? Или будильник сломался? Так, вот, блин, жертва. Уже идет РТЖ. Сколько времени сейчас? На меня шипы разбейте. Быстрее, никто еще до сих пор не бьет. Вихрь через 5 секунд. Чё в ромбике стоите? Вот, Сань, ты чё в ромбике стоишь на пульсу? Под босс? Да, конечно. Много больше ДП стало. Маша, по себе уже инер залей, пусть туда уходит. Тотем дал. Блин, щекловая. Это я извиняюсь, РТ будет через 10 минут, или я уже проспал РТ? Тихо. Блять, мне все кинул. Опять. Выйди, Марсес, выйди. Че мы идешь? Ладно, падаем. Никита, не думая сразу, если на меня и на Марсеса, на чмыгу кидает, и сразу выпрыгиваем. Не думая даже, в любую сторону, похер какую. Это сразу клинится в вас, Луда. Тут надо быстро соображать. Не заходите пока, сейчас Сэнджерс умрет. Кости для жертвоприношений. Пошли. Будет. Пошли убить пока. Допустим, в одном, когда мы даже сбегаемся в центр, я убить не могу, просто у меня расстояния не хватает. Фанатуре меня проще заменить. Наверное, да, тебя заменить.
Потому что вот ту еще бью, а когда вот сбегаемся все в кучу, все, я бить не могу. Я не могу взять рунду. Хабит, ходи просто. Фулл тайм можешь бить. Нам же хватает урона убить-то. Ты просто свое отыгрывай, ран. Все. Ну, типа, есть условные, типа, минимальные задачи у каждого, типа, тут назначены определенные люди, типа, все, типа, есть какая-то ситуация, вот, исполняйте, все. В чем сложность, типа? Ладно, иди, Дима, пока на замену тогда. Сала, плюсуй. Сейчас я только добегу до... Угу. Да, и ту фазу первую я еще нормально бью, а потом, когда по центру заходим еще, я не могу свалить. Вот в ЦНК, что? Ну, РТ с 13 у нас. Нет, я просто с первым статиком ходил, типа, в ЦНК. Я к этому. Мы в ХМ. А, все, все, извиняюсь. Все, освобождено место. Короче, сейчас кто со мной будет стоять. Давай, наверное, Никита. Нет, хотя ты будешь на подсейве лучше. Влад, Джан. Ты понял, что если что делать или нет, как закрывать? Если нет, то я тебе расскажу. Смотри, твоя задача, когда не вихрь, когда обычная фаза, быть самой дальней правой целью. То есть просто держишь рент, выворачиваешься от этих луж. Потом, когда тебе заанонсили вихрь, ну и сам следи по ДБМу, вихрь 5 секунд, уже смещаешься ближе к боссу. Сейчас имерточку, если у меня она не забаговалась. О, блин, забагалось. Вон, примерно луна. Забегаешь примерно в луну, как бы до 5 секунд. И если тебя кидают в лужу, немножко лужу ворать. Ну, то есть смотри, чтобы она в крест не потекла. Потом босс начинает крутиться и бежит в печеньку, ты перебегаешь в крест. Ты перебегаешь в крест. Потом босс от печеньки бежит в ромбик, потом еще раз бежит в печеньку, еще раз бежит в ромбик. И ты потом уже после этого перебегаешь опять же в луну. У него, ну, туда, подальше. Самая дальняя правая цель должна быть. То есть, когда босс не крутится, ты должен быть самой дальней правой целью. Когда босс кастует вихрь, ты должен стоять в кресту. Когда 5 секунд до вихря, ты должен стоять примерно в луне. Не строго в луне, просто не должен быть дальше по радиусу, чем печенька. И смотри, как ты можешь, кстати, тоже поступить. Допустим, стоять чуть подальше, босс кастует вихрь. Когда он кастует, смещаться к кресту ближе. Только не занеси лужу туда. И все. Ну, я же говорю, мне иногда он под танка приходится забегать. Я не заметил, что я в ромбе забегал, он вдруг забегал. Возьми себе портал, крест потом начнется бой, поставишь. Смотри, не нажми его раньше времени. Готовность. Выбивайся. Каску порога. Каску закиньте. По АДК тоже каску было бы неплохо. Ну сейчас подождите, там не на компас нет. Сейчас выбор. По всем каску. Да, не на компас. Забыл. Это сейчас, секунду. Сенджикс, кидай на легалайза истерию с пула, он потом свою заюзает после твоей, а потом на меня будет Сенджикс кидать. Там я по откату дам, как он приземлится. Да, смотрите, потому что... Если что, триксы вместе с истерией не работают, то есть вы лучше распределите качественно, либо тогда триксы закидывают кого-нибудь. Кого нет такой идеи. У нас ДПС хватает, ведь просто давайте создавать тактику и все. Ну, все равно, когда ДПС, он тогда был в ДПС, мы его убили, скажем так, уже было больше чуть. Поэтому ДПС тоже важен, он уменьшает шанс на ошибку. Саня, Сацуна. Этот Влад готов все выбегать. Сразу. Все, выбегай, самая дальняя правая цель. Так, хорошо, действуем. Какой? Okay.
Меня разбейте. Разбейте. Влад, вы должны же подбежать к людям. Блядь, что бы им не дрался. Видели это? Минус дашный, короче. Меня блинк в кожу не дал. Хотя он блинканулся, и он на месте остался. Ты не говори. Там сыпан евробейт, там сыпан евробейт. Блять, молчите, за рейтом следите, как он следит? Готовься, Влад, скоро выбегать. Он в ромбик возвращается. Все, выбегай. Под босса. Ну, всё, это на паладине очень долго ещё. Разбейте меня. Тип определенно. Да, попал. Славно стимер по Эли залей. Маша. Танк блин. Не хочу 7 секунд. Меня разбейте снова. Быстрее, быстрее, быстрее. Я должен блинкнуться успеть фан. Блять, ну сука, куда он блинканулся? Дашь минус. Два раза. Зайдите, в крест зайдите, может еще нормально пройдет, но. Нормально. Сейчас сюда и комбит. Ни хера. Короче, смотри, я тоже на маге играл, то же самое делал, точно так же, как и ты. Ты когда с шипа слетаешь, у тебя, ну, типа, ты же мышку поворачиваешь правой кнопкой мыши, правильно? Ну, постоянно просто держишь. Да. Вот, там да. После шипа он сразу не поворачивается. Надо, ну, короче, подвигаться именно клавиатурой надо, чтобы он повернулся. Ну, понятно, дай, короче, минус, Андрюха, ну, точно. Точно я. Хочу поставить два лога, чтобы они порталы жали, и все. Нет, там. Да он по-любому мышкой повернул, но персонаж не повернулся, потому что после шипа он не поворачивается. Я вообще механика такая. Лучше же будет лопал одну кнопку нажать, и он в кресту. Что привело тебя сюда? Там. Первый раз, так как ты написал, я не успел упасть до конца, нажал блинк и остался на месте. Второй раз я нажал блинк, он дал его не в вас, а дал лод. Чтобы персонажа развернуло просто изначально. Ну, как и сказал Дексиону. Так минус 500, Андрюха, а не 350. Еще 150. Я рейд твайза. Я дослаг. Если лайк, то давай на больше. Так не, я ж лайк, но рейд, так что. Давай. Давай, ничего больше. Сейчас нормально сделаю, сорян. Смотрите, РДДшники, будьте готовы разбивать. Чуть-чуть можете даже по боссу. У нас сейчас ДПС, кстати, больше, чем было. Стало. Следите этот момент, если... Под конец, короче, под последний перед вихрем, готовьтесь разбивать меня, либо Джанка, потому что мы дальше находимся всех. Нам еще добежать не успеть. Хуйни не было. Я постараюсь не обосраться сейчас. Давай теперь на ключевые цели будем давать СС. Это условно ты, Джанк и кто там, и Сэндрюкс. Ну давай, давай. Давай по Джанку тогда сам себе Джанк и закинь, крутой йог закинь по мне, Дексиона по Сэндрюксу и кто там еще остался. Эмбой давай по Маше. Такая просьба, короче, если опять случится такая хуйня, что Саня типа в стороне за спавнит там лужу,
пожалуйста, если лужа пойдет через рейд, видите, блядь, полетел дымок. Отойдите в сторону, как делают некоторые игроки. Их там 5 человек. Если босс где-то в ебеня улетел, не так, как надо, всегда лужа разольется в кресту. Просто вправо-лево отбежать. Шипы приготовьте. Джанка разбейте. Вихрь через 9 секунд. Шипы, приготовьтесь вот эти шипы разбивать. Джанка надо разбить. Джанк ближе к луне, ты далеко стоишь. Крест. Андрюха, ты сможешь именно пострелить за ним. Мне пора. Сейчас он в ром бежит. Текучий босс. Ладно. Ну сейчас никто не виноват. Падайте. Забавно. Смотришь, Влад, а ты перебегать не начал? Такой вопрос. Или начал? Может, когда он бежит в ромбик, ты и начинает человек убегать, такая хуйня происходит? Блять, еще раз. Он начал кастовать шип. Только из-за этого. Это 100%, типа. Может, это тайминг босса. Я понял, смотри, Озеленый, блядь, ну, ты, типа, ты со своей стороны прав, типа, тут адекватно все, типа, что он, когда кастует, остановит. Но вот этот момент, я вот только повторяюсь, человек начал бежать, так же, когда я, вот, когда мы добивали босса, я тоже начал бежать во время прыжка, и он остановился. Вот. Это совпадение. Может быть, давай просто попробуем подождать, Влад. Ну, я уже раз, я уже, ну, типа, я как только за этим следить начал, типа, ну, это стало максимально очевидно, я уже раз пятый или шестой вижу, как он просто останавливается и кастует. Может, каждый раз еще человек начинал убегать. Может быть, и совпадение все разы тоже. Короче, Саня, я после этого утра я иду курить в пизду. 2 часа уже сижу, не могу. Я быстро говорю. У меня рыба кончилась еще, бро. Вход там где ставить. Возьми еще, в ГБ еще возьми. Ставил. Есть. 4. Ну, сейчас летаю, что потом. Да не, рыба в ГБ есть, просто мало ли кто брал за ГБ, ставить рыбу еще. Не, я не брал, берите. Если надо, могу вам еще рыбу в ГБ купить. Ты мне закидывай, ну может в ГБ я тебе деньги отдам, скажешь. Okay. Что тебе дать, Трэн? А. Каску поругал. Каску всем не знаю. Но. Геро. Пас, блядь, где же, ребята? Пас, не пас, блядь, блядь. Сейчас обхальчик. Вихрь через 17. Джанк ближе,
Привет. Влад готовься выбегать, но давай попробуешь выбегать после того, как он тронет. Все. Ну, меня дропнуло. Ну ладно, через на месте стоять, только не заходи тогда. Это в смысле, я, ну... Не-не-не, нормально, все, мы делим урон. Все, это, кстати, Рога был. Бенни... Бенни Бенаси, короче, уже развил. Че, вы перекурите 2 минуты? Да, если перекуриваете, минус Бенни Бенаси тогда. Мне надо идти. Нет, я тут. Сейчас Хибиди, заходи. Да, Женя, лучше похилит. Женя лучше похилит, может быть, но он по мане садится, просто фигня. Так я тоже. У меня вообще в МП5 нету ничего. Только трини. 26, как бы все хилы, по-моему, садятся, нихуя сильные. Выделили. Буду честен. Ты по мане садишься, прям сильно всегда. Ну потому что, блядь, я хилю, не стою на месте. Так, не надо, я тоже хилю. Ну, я отвечаю Саше, это ведем. Не вовремя ты ушел, блядь, стрелять. Я только вейк пошел. Там много факторов, ребят, чего вы встретили? Просто весь себя выделяет, блядь, моменты, но... Сидят, блядь, на самом блядь, голимом. А я видел шаману, который по мане садят, все, нахуй. Да. Где, в десятке? В ике? Вот. Сейчас. 25. Я на ДЦ даже по мане сажусь, нахуй. О, еще ты ДЦ на по мане сел, блядь. Сказал, ну, не дохил. Да ты пересилил. Да. Поздравляю тебя. Возьми сладкий пирожок. Да все, не спорьтесь, ну ёбана. Я не ссорюсь. Нашли всем ссорюсь. Я мне просто говорю, что это сайт нехил, это говно. В Т5, да, ДС еще нормально. Так. Фигня. А из чего ты это складываешь? В Т5 ничего не меняется. Ты же щитует. Щитует быстрее он, но там 40 дохуя у него. Ой, че это даже. Все, удачных пулов. Давай, все. Ну не знаю, как по мне приз очень крутой класс, вообще, типа. Ну, как хил, типа. Поле приз, да. Охуенный, Андрюха, я с тобой слушаю. Поле приз, ТТЦ. Я раньше очень сильно ТТЦ не заценивал. Ты просто думал, помойка вообще не нужна. Оказался неправ. Особенно когда еще нага ДЦ. Идеально. Когда нога ДЦ, это вообще пиздец. Можно убить от стену нахуй. Он такой стрёмный у тебя, это я не знаю, блядь. Зачем ты его создал вообще нахуй? Особенно нага. Чтобы закидывать карточку дополнительно. Я нагой 2 года играл. Правда, друидом. Не надо, друид нормально, ты постоянно форма. Но, блядь, когда ты... Короче, знаешь, вроде бы кажется, на эту анимацию похуй, но когда ты играешь нахуй, вообще не похуй. Ты словно бревно ходячее какое-то, блядь. Особенно нага мужик, это вообще жесть. Он еще большой, блядь. Не, нага на коне, ей же сделали маунта нормального. Ну, то есть пузырь. А, сделали, да? Просто я... Из тех времен, когда еще не было маунта. Ну, сделали пузырь, но он не летает, короче. Ну, я тоже говорю, ну, в смысле, что уже этот пузырь не может летать, это в чем проблема у нас? Ну, это бред какой-то. Тем более, это же по факту пассивка. И надел... Я не знаю, там... Говори, там было предложение, короче, когда сами нахуй, за 1 000 000, типа, чтобы их нахуй убрать, они не убирают. Чтобы в другую раз, в основном, типа. Сань, а я не могу в ГБ рыбу положить.
Было прикольно, если мы сделали, знаете, как это, какое-нибудь облачко летающее. Вот это было, да, не шарик. Саня, определенно ты меня слышишь? Перекур ставили, да? Сколько времени? Скинь на почту там. На почту? Ну, сейчас вышлю. Короче, я это тоже бил. Я вернулся, на что РЧ было? Ну, присутствую, наверное. Ок. О, Макс Будреван, зайдешь? Видите только? А, он. В общем, метро. А у кого СПД можно взять? Фласку. Кто говорит? У меня Лерка. Лаксар. Угу. Пока нету места, то кем заменить? Бей. Спасибо. Скибези до портеля. Вроде все идет. Женя, туда? Парни, я вернулся, если что. Ура. Женя, скибези. Рыбки не было? Да. Или была уже? Все, ешьте. Откатили СС и также закастуйте. Лапу. Лапу. Ребята, дайте, пожалуйста, крест к шаману. Так, все готовы? Добавим пол. Вика через 15. Вика скоро, через секунду. Вот, приготовься перебегать, как только дёрни. Давай. Дикси у нас.
упал ты из меня. Тщеславность Иннер по Эллина. Как откатить смоль. Андрей, Маша по себе закинь. Вихрь через 22 секунды. Через 19. Ганг разбейте быстрее. Ганка. Влад, готовься. Перебежали. Опять шпэк здесь стоит. Видите, да? Джанка снова. Джанка. Вихрь через 18. Еще два гимна есть, Жень, я просто жду, пока прочазывает по майну немножко. Рянчи, нажми гимн на ману. Славность, как откачется Инер по Эли зальёт. Влад, готовься прыгать после того, как тромбик придёт. Прыгай. Скибиди. Фону. Славность БР по Ону быстрее. И на мне этот шип. Ребафните Ону. Маша, как искать? Зайдешь. Да. Вихрь через 19 секунд. Вихрь через 10. Вот эти шипы, если она скинется с джанком. Да к чего она, блять, да к чего он разбейте быстрее. Максимально быстро. Джанков, зайдите в порт себе. Иннер по Элли залей. Влад, готовься, если что. Встану. Плохи, блядь. Выбеги, Марсет, быстрее. Маша, дай БР мне. Он супер. Готовьтесь меня ловить. Войд как раз забьют тебя, нажмешь этот гимнаман. Никита выпрыгнул. Иди, только это. Нормально все будет. Если есть СС, закастуйте СС так же, как были.
Ну, как назначалось. Эурбей. Бейте на хвале. Вихрь 4. Попало в бейте. Маша как катится иннер. Вообще без игры. Влад готов сейчас прыгать после того, как он в ромбик залетит. Раньше не надо. Всё, ходи. Он босс, он босс. Попал, сбейте быстрее. Вихрь через 23. Вихрь через 8, Влад готов снять, чтобы двери побольше идти. Эти шипы должны очень быстро упасть, ребят, если она скинется с джанком. Нормально. Если босс сейчас случайно у нас остановится, разбегайтесь. Влад, готовься выпрыгивать только после того, как он в ромбик будет. Все, выпрыгивай. Босс, встаньте. Дай еще одну геру для хило. Иннер помашет. Свободно. Какую не помашу? Он. Пацан. Манекен реально какой-то. Просто босс. Просто... О, Саня, дашь? А, я забыл. А лут говна максимального. Вы видали? Пришел папа, ушел, победил. Все, ребят, не надо ехать. Так, ДС это топ ДПСу, да, дается? За первый килл. Тому, кто уступил мне. Осколочек упал. Окрещните меня, пожалуйста. Зайди, Саш, просто там быстрее, и встанешь, зайдешь. Да я крещенку. На, апокал забираю осколок. Сейчас апокал собирает осколки, ты следующий будешь. Этот нурки в основном рейде собирать, а вакати будет в этом. Тебя лут здесь сразу скидывать? Да, скидывай. Сейчас. Град сейчас всем начисто. Все, кто не в пати, заходите в пати. Есть 2 минуты, плюс 1 у меня было. Следующего босса можете даже не тратить, на самом деле.